Здесь дикая природа. Телефон не ловит, интернета нет. Вода в колодце, ручная пила и топор. Природа, птички чирикают, солнце, красота, людей рядом нет. Это ли не счастье? Пятнадцать минут. Ты гляди. Ты глядишь? Смотри. А? 15 минут. Но я жарю на сильном обычно огне. Все, пошли снимать. Ну, это вкуснее, чем чипсы. Че? Пробуем. И такая сочная, сладкая. Я даже не знаю, что еще сказать. Выезжайте на природу, отдыхайте, не пропускайте выходные на диванах. Навещайте близких, выбирайтесь вместе с ними. Рецепт простой, ничего в нем такого нет сложного. Повторяйте, делайте, пишите комментарии, если вы делаете что-то по-другому. Всем привет, хороших выходных, с Днем России, всех с праздником. А, да, всем пока. Всем пока.